Вот ерунду какую-то пишут нам постоянно зрители. Вот ваш ведущий, ну кошмар вообще, не понимают ничего в телевидении. Вот опять же, как вот может вот так вот, или вот, например, на три страницы накатали, а? Или вот четвертая страница. А что говорить о его, ну это вообще мы не будем читать, ну бред какой-то пишут, честное слово. О, вот, вот наконец, правильно, пишут, доколе у вас в сюжетах будет демонстрироваться вот эти роскошные отели. Где правда жизни, пишет нам Мартин Шпунац. Где? Согласен, все как-то рафинировано, нет проблематики, нет испытания главного героя на прочность. Давайте вот возьмем нашего какого-нибудь корреспондента, да, и пошлем его не куда-нибудь на Багамы, а куда-нибудь на север, в Норвегию пошлем его, да. И не просто в какой-нибудь отель, а в неотапливаемый отель. О! Не просто неотапливаемый отель, а вообще ледяной отель, чтоб там не было ничего, кроме льда. Вот тебе сюжет, вот тебе задача, как выжить в таких условиях и не замерзнуть. Все, пишем Мартин Шпунацу ответ. В 2 часах езды от столицы Норвегии Осло расположен зимний парк Хундерфоссен. А в центре этого парка стоит отель, который выбрала для ночевки команда «Галилео». О, «Галилео», добро пожаловать! В отеле 7 номеров, обычных и люкс. Наш забронирован заранее. Постояльцев здесь много. Это гостиница для экстремалов. Температура внутри отеля минус 5 по Цельсию, а на улице минус 10. Все-таки здесь чуть теплее. Вот и наша комната. Потолок ледяной. Кровать тоже ледяная. Спать на льду? Тогда постель долой, шкуры на пол. Экстрим так экстрим. Температура льда минус 5,4. Температура тела пока 36,6. Готовимся к ночлегу. Приличные люди в одежде не спят. Гасим свет. Спокойной ночи. Хотя вряд ли эта ночь будет спокойной. Тело на морозе быстро теряет тепло. Проверим. Температура поверхности кожи уже 24 градуса. Это опасно. Подъем. На экране тепловизора хорошо видно. В экстремальной ситуации мозг активно снабжается кровью. А волосы, в которых нет сосудов, насквозь промерзли. Нос посинел от постоянного вдыхания холодного воздуха. А конечности, потому что к ним сердце дольше всего гонит кровь. Вон, на пальцах ног уже 10 градусов. Организм борется с переохлаждением рефлекторно. Человека бьет дрожь, он покрывается гусиной кожей. Это сокращается гладкая мускулатура волосяных луковиц. Если бы мы были целиком покрыты шерстью, то на морозе она встала дыбом и распушилась, сохраняя тепло. Нет, без одежды до утра не дотянуть. Чтобы согреться, нужно срочно усилить кровоток и заставить мышцы работать и выделять тепло. Так, зарядились. Но хватит ли этого заряда до утра? На строительство отеля в Хундерфоссене ушло 10 тысяч кубометров снега и почти 50 тонн льда. Озерную воду морозили в блоки, из которых потом делали мебель. Внутренние помещения общей площадью 350 квадратных метров вырубали в толще горы, наметенной снежной пушкой, а потом выравнивали стены. А, кстати, как там наш постоялец? Опять замерз. Может, попробовать согреться изнутри? На здоровье! Здесь, в ледяной гостинице, есть бар, где подают коктейли. Естественно, в ледяных стаканах. Ледяные стаканы хороши тем, что их не надо мыть. Сами весной растают. За зиму в отеле используют более 1000 комплектов посуды.
Существует мнение, что алкоголь помогает от холода. Люди и так думают, потому что спирт на морозе не замерзает. Проведем эксперимент. Нальем в ледяные стаканы обычную воду, газированную, слабый алкоголь и крепкий алкоголь, охлажденный до минус 7 градусов. Оставим на 2 часа. Даже с такой форой спирт остается жидким. Но человеку от этого пользы мало. На самом деле алкоголь на морозе согревает ненадолго. Он быстро расширяет сосуды, а потом наоборот, сужает их, замедляя ток крови. Лучше выпить горячего чаю с корицей и плотно поесть. Чем интенсивнее переваривается еда, тем больше выделяется энергии, тем сильнее сопротивляется холоду организм. Но ложиться еще рано. Попробуем это накопленное внутри тепло сохранить. Надеваем все, что есть. На самом деле не одежда греет человека, а человек одежду. Воздух между вещами работает как теплоизолятор. Да еще спальник сверху. Теперь холоду не пробраться. Гасим свет. Кстати, свет здесь гасят не из экономии, а для того, чтобы минимально нагревать помещение. Лампочки в ледяном отеле светодиодные. Они почти не выделяют тепла и используют в два раза меньше энергии, чем даже лампы дневного света. Проводка скрыта в толще стен. Небольшое повышение температуры от тех же ламп и от дыхания находящихся в отеле людей не опасно. Оно только упрочняет конструкцию. Снег оплавляется и покрывается тонкой ледяной коркой, которая защищает его от дальнейшего таяния. А наш герой снова замерз. Тело во сне дышит, влага конденсируется на одежде, одежда охлаждается. Самим не справиться, надо звать на помощь. Не так, надо так. Лучше всего для холодной ночевки подойдет термобелье из двухслойного полотна с воздушными ячейками. Оно же отводит от кожи влагу, само оставаясь сухим. Маска на лицо. Защищаем нос и уши. Так, варежки, носки. Вот теперь, наконец, спокойной ночи. Подъем. Красота. И никакого обморожения. Доброе утро, Галилео. Доброе утро. Спасибо. Зашибись. Да, пойду-ка я. Молодой человек, ключик не сдали. Впервые ледяной отель описал Ганс Христиан Андерсен в сказке «Снежная королева». Причем первого посетителя этого отеля мальчика Кая держали там насильно.